It's a fly love song. Йоу-йоу, всем привет! Сегодня у нас происходит первый тур брейкданс-лиги. Харьков у нас участвует 10 школ, то есть 10 команд. Каждая команда готова победить и хочет это сделать. Так что посмотрим, что сегодня будет здесь происходить. Я представляю такую танцевальную школу All Stars. Я работаю уже в порядке 12 лет. У меня есть много воспитанников, которые уже также являются тренерами танцевальных школ. На этот сезон у нас на самом деле большие планы. В этих планах стоит только поднятие планки нашей школы и развитие каждого из учеников. All Stars в теме и All Stars в деле. Привет, меня зовут Бибой 7. Я представляю славный город Харьков, свою школу, которая называется 7AM. Мы пришли на брейкданс-лигу, чтобы прокачать всех вас своим стилем, прокачать себя. Привет, я Бибой Бекон, представляю школу команды Харьков City Brats. Танцую уже порядка 12 лет. Почему мы решили принять участие в лиге? В первую очередь, конечно, от себя хочу сказать развитие. Развитие для учеников, для того, чтобы они могли доказать, что они являются лидерами, для того, чтобы они смогли доказать, что ихняя школа является лучшей. Ну и в целом, как бы, для себя. Привет, меня зовут Матюхин Егор. В брейкданс-культуре меня знают как Бибой, Диджей Дач. Я представляю команду и школу брейкданса X-Makers. Мы решили принять участие в лиге, потому что это интересный проект для развития школы. На этот сезон планы победить во второй раз в брейкданс-лиге, постараться выиграть все возможное, что есть в этой лиге. Я являюсь руководителем школы Турбо. Я занимался танцами еще с 1986 года, то есть 30 лет на сегодняшний день. Мы решили принять участие в лиге, потому что это прекрасное развитие для наших учеников. И вообще всем респект. Антон, панда, школа Funk Tumas. В геле я уже примерно 10 лет, из них школу веду около 5. В лиге решили принять участие, потому что это очень крутой проект для развития учеников, который позволит им за кратчайший период достигнуть максимум из того, что они могут. Слоган нашей школы – это развивать, оберегать и вдохновлять. Ну, вот Игорь, а.к.а. B-Boy Crazy, я представляю команду Scream of Soul. Наша школа в деле уже 7 лет. В планах на сезон у нас занять места поближе к первым. Меня зовут Бибой Рабдабит. Представляю такие команды, как Татанака Крюаш BTC, сборную Breaking Culture. Представляю свою собственную школу Rabbids. А в деле 16-й год, в теле тоже уже 30. Моя школа решила принять участие в лиге, потому что это отличное мероприятие, в нем принимает участие большое количество людей и, конечно, самые сильные школы. Нашим оппонентам удачи и держитесь, мы покажем себя в деле. Привет, меня зовут Максим Щербацевич, я представитель танцевальной студии «Бродвей». Я занимаюсь брейкдансом уже 15 лет, школа существует 8. Я решил принять участие в брейкданс-лиге, потому что это очень хорошее развитие для детей и развитие в целом для культуры. Привет всем, меня зовут Бибой Талямба,
Настоящее мое имя Пачев Анатолий. Я прибыл к вам из города Одессы. Здесь было кочево, круто, энергично. Ребята молодые меня очень прокачали. Я привезу в свой город новую энергию. Вот, спасибо вам огромное. Надеюсь, мое судейство всем понравилось. Никто меня не осудит, как судью. Вот. В общем, очень все круто. Ребята молодцы. Я даже не ожидал, что будет такой уровень. Классно. Прогресс. Подошел к концу первый тур брейкданс лиги сезона 2016. Сегодня были крутейшие, мощные батлы. Это как красное и черное. Увидимся во втором туре.